Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «My Little Pony Zombie Apocalypse». Это ваш любимый сериал, поэтому я решила вам его снять. Надеюсь, вам он понравится, поэтому не забудьте перед началом видео поставить лайк и подписаться на мой канал. Обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, которая будет финальной. Поэтому поехали, ребята! Так, надо дать это зелье Луне. Так, книжечку я уберу. Так, закрою. Так, вот сюда уберу пока что. Так, Твайлайт, ты готова тоже принять это зелье? Ну да, у меня как бы нет другого выбора. Придется. А то я не хочу стать зомби. Логичным. Так, Каденс. Я думаю, тебе вместе с твоей дочкой и Старлайт лучше, так скажем, пока что идти наверх, потому что я не знаю, что может произойти. Я понимаю, хорошо. Мы тогда сейчас уйдем, а вы делайте свои дела. Там превращайте Луну, все такое. Хорошо, хорошо. Ну что ж, надо бы начинать. Что ж, думаю, нам сначала надо дать, так скажем, вот это зелье Луне, потому что, если что, я не хочу, чтобы ты стала зомби, а то два зомби — это в два раза сложнее. Хорошо, я согласна, давай она будет первая, а потом я. Угу. Так, дам ей вот эту вот скляночку. Так, 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 так. Так. Что ж, надо ей дать это выпить и чуть-чуть оставить на рану, чтобы уже точно ничего не случилось. Так, попробуем. Сейчас открою ее. Она открыта. Так, что ж, надо попробовать. Так, что-то ничего не происходит, в смысле? Это заклинание, оно очень старое, оно, по идее, должно действовать. Ничего не понимаю. Селестия. Луна? Луна, ты меня слышишь? С тобой все хорошо, ты не зомби? Помоги мне встать. Да, сейчас. Так, так, давай, 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 давай. Спасибо. Я не зомби, я здорова, ура, ура! Спасибо тебе, сестренка. Всегда, пожалуйста. Так, так. Старлайт, искорка, теперь тебе надо выпить это зелье. Вот как раз осталась вторая баночка. Хорошо, хорошо, сейчас выпью. Так, подожди, что? Искорка, что? Где мы? Мы добрались до Кристальной империи и сейчас находимся в замке у Кейденс. Кейденс наверху, можешь идти пока что к ней, там поздороваться, там и Старлайт. О, хорошо. Мы в безопасности, это очень безопасное место. Поэтому зомби сюда не проникнут. Но нам надо разобраться с этой эпидемией, чтобы излечить всех зомби и чтобы опять стал мир. Да, я полностью с тобой согласна. Думаю, лучше тебе идти пока наверх. Там тебе девочки дадут поесть и все такое. А то ты, наверное, ну, не ела. Да, я пойду. Так, что ж, теперь я буду тебя лечить. Хорошо, я согласна. Так, что ж, давай. Выпей это. Так, на рану. Ну что, тебе хорошо? Да, со мной все хорошо. Ура! Ну вот и хорошо. Я снова я, и у меня ничего не болит. Ура! Спасибо!
Пожалуйста, думаю, нам сейчас надо идти к девочкам и решать, как бы нам превратить всех зомби в пони. Да, я с тобой согласна. Идем к девочкам, все, идем. Так, девочки все в сборе. А, да, да. Угу. Я тут. И я тоже здесь. И я. Так. Значит, мы все здесь. Это очень хорошо. Да, у меня сейчас встал один вопрос. Какой? Ну, понимаешь, мы не сможем излечить всех сразу зомби, потому что варить столько много лекарства... Это... Я даже не знаю, как это сделать. У меня есть вариант. Очень хороший, и я думаю, он может сработать. Какой? Древнее заклинание. В этой книжке я успела прочитать несколько заклинаний. Как тебе сказать? Мы можем приготовить всего, допустим, один пузырек вот этого зелья, но с помощью магии распространить это зелье по всей Эквестрии. И тогда... Когда это зелье будет попадать на зомби, то они будут становиться пони, и так мы можем излечить всех. А, и вправду, я же знаю это заклинание. А, как я не додумалась. Да, так мы сможем вылечить всех. И никакой эпидемии не будет? Нет, тогда мы всех излечим. Ура! Вот именно, Флёре, ура. Что ж, надо попробовать. Ну, есть одно но. Ну, как обычно, и какое это но? Чтобы это заклинание сделать, нужно не сила единорогов, а сила именно всех принцесс. То есть вы должны задействованы быть все. Но это легко. Если бы... В каком смысле если бы? Я прочитала, и там сказано, что нужна сила, так скажем, трех принцесс. Но я подумала, вас же четверо. Ну да, и что? Вот я думаю, а что если вы все четвером? Может, тогда что-то еще хуже будет? Ну, втроем, и это не проблема. Да, только я что-то сомневаюсь, что Луна... Может что-то сделать, потому что она же сама была зомби. Это никакого эффекта не даст. Ой, да что за бред, никакого это эффекта не даст. И мы, в крайнем случае, это сделаем с Искоркой и с Кейденс. Да, попытка не пытка, поэтому пойдемте пробовать. Пойдем. Так, все спускайтесь. Так. Флюри. Так, сейчас. Так. Ну и я. Что ж, давай нам книгу. Мы сейчас соберем все ингредиенты и сделаем заново зелье. А, да, конечно, сейчас. Сейчас. Давайте, если хотите, то я даже прочитаю зелье, я прочитаю заклинание. Зелье же есть? Да, мы его сварили, вот оно. Вот. Чудненько. Так, какая-то страница. Ага. Так, что ж, вы должны встать более правильней. Скорее всего, в круг. Хорошо. Так сойдет. А, да, точно сойдет. Так. Так. А, что? Где моя корона? А где моя? Что? У меня короны нет. Луна. Вы правда повелись, что я хочу избавить всех от эпидемии? Нет, я просто хочу стать королевой всех и зомби, и пони. И вы мне не помешайте, вы ведь теперь обычный пони. А эти короны я выкидываю.
сделать. Ты предательница! Зря мы тебе доверились. Да, только теперь я пошла на вас отправлять армию зомби. И как вы мне помешаете? Книжечку я вам оставляю. Да, пожалуйста, она все равно вам не пригодится. О, нет, у меня теперь нет моей силы. А у меня моей. И как мы остановим ее? Так еще и апокалипсис. Надо подумать. Да. Ребята, если вы хотите продолжение, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующая серия зомби-апокалипсиса. И всем пока! Пока! Пока!